Ну что, всем привет, это игра Mortal Kombat 1, и вот вышел наконец-то персонаж Ghostface. Я нахожусь сейчас вот в башнях времени, и как вы знаете, что со временем выхода персонажа разработчики обычно добавляют башенки, в которых можно поиграть за этого персонажа, даже если вы не покупали этого персонажа. Так что если у вас нету персонажа, то можете проверить в башнях времени, у вас должны быть вот такие вот самые дальние башенки, на которых я сейчас вот смотрю, это Ghostface испытания. Здесь вот три башни. Две башни я уже прошел, но они какие-то противные, эти башни. В первой башне вообще ты будешь, короче, драться с противником в темноте почти всегда. Не знаю, зачем они такую башню сделали. Не, ну понятно, что Ghostface, он типа в сумрак прячется, но чтобы не увидеть персонажа нового и драться, не знаю, такое себе. Потом вторая башня с дурацкими модификаторами кислотной черепы, парящие пузырьки, но вот третья башня вроде так нормальная, и давайте в нее поиграем. Заодно заценимся с Ghostface. Бруталки у Ghostface прикольные, но вот делаются они как-то не очень легко. Да, тут получается у Ghostface как бы ты можешь переключаться на три формы Ghostface, которая с фиолетовым ножиком и с красным ножиком, и которая стандартная. Так, попробуем сейчас бурталку сделать. Есть, получилось. That was overdue. Brutality. Ghostface wins. Получается, что вот у Ghostface ты можешь переключаться между вот этими, но там прием особо не отличается. И как я понял, если переключенного Ghostface ударят, то получается он возвращается к стандартному Ghostface. Так, какой там еще? Давайте посмотрим. Добивалка. У меня для тебя сюрприз. Это вот этот вот бруталка, который я вот уже купил в этом сезонном магазине. Так, тут нужно сделать командный захват. Назад, вниз, вперед, J. И потом вперед еще прожимать. Зараза. Не получилось, да?
Вы тут прикольные, у нас смешки всякие. Блин, а? Не получается. Делаются вот они у него. Бруталки сложновато. Бруталки самые прикольные, но делаются сложно. Еще что ли проверить? Вот так его нужно сделать. Прикольно, что вот когда ты бежишь, то звук такой. Так, ну вот. Сейчас надо пробовать. Не, почему-то вот не получается. Вперед я зажимаю. Есть, получилось. Наверное, тебе жить надоело. Да, вот такая еще прикольная бруталка. Есть там у него еще одна бруталка, но я вот не совсем понял, как ее делать. Ghostface дали облик бесчувственной убийцы. И снаряжение пугало. Да, наверное, давайте я покажу сейчас еще вот эти штуки, когда он переключается. Но мне, не знаю, мне как-то удобно даже и вот таким стандартным играть. Там получается тратится метр, когда вот так делаешь телепорт и зажимаешь блайдед. Зажимаешь пробел, короче, не пробел этот, делаешь захват. Тогда получается один Ghostface вылазит, а если на смену стойки жмешь, то вылазит Ghostface, который кидается ножичками.
Сейчас вот посмотрим. Вот. Все, видите, он в меня попал, и я... Да, когда она попадает, то все. Получается, что... Иди сюда. Давайте посмотрим Fatal Blow. Эх, зараза, заблочила. Опять пригнулась, да что ты будешь делать, а? Вот тогда тебе. Это мой фильм. Ghostface wins. Ну так, по геймплеям вроде он не особо сложный. Только вот эти вот я не пойму, зачем они сделали. Ему переключение между вот этими формами. Это получается это вот. Неудобно то, что это. Если она хоть раз тебя вдарит, то твоя форма меняется. То есть теряется. И будет трудновато сделать вот это вот. Бурталку, как я понял, на захвате нужно будет поменять форму Ghostface и потом сделать захват еще вниз, прожимать. Но это прям очень должно повести, чтобы сделать вот эту вот бурталку. И еще вроде бы должно быть 2 метра. Хотя нет. Хватит 1 метра. Так, сейчас. Все, видите? Не дает сделать. Если я тебя убью, умру 1000? Собрание нельзя уничтожить. Забавный.
через бег, типа как у Рэмбо. Так, и что делать, когда он сзади подбежал? Да, что-то вот этот прием, как у Рэмбо, вообще отстой. Это не бой, а убийство. Готовься стать жертвой. Получается, вот я переключился на второго уже, который с синим ножом сейчас был. Он может делать вот такие вот. Как у меня так получается, а? О, вот, есть. Получилось, бортовка, короче. На захвате. Сиквела ты не получишь. Да, это получается нужно, короче, переключиться на другого Ghostface и другим Ghostface сделать захват. И нажать... Держать кнопочку вниз, тогда-тогда получится, да? Бруталка. Но прикол в том, если он у тебя это... По сравнению с твоей смертью, твоей матери, я убью тебя за такую дерзость. Fight.
Странно. Далее всякие эти, блин, комбат-карты. Особо ничего интересного за вот эти вот башенки не дают. Так, ну вот, получается. Блин. Такой вот прикольный, вроде забавный персонаж. Правда, вот эту вот фишку с переключениями я не особо понял, но так, вроде играть им удобно. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока. И у кого нет вот этого персонажа, зайдите и проверьте в башне времени. У вас должны быть вот эти вот три башенки, они тут временно будут находиться. И по идее там должны быть... Вы сможете поиграть за этого персонажа, даже если вы его не покупали. Это получается всегда вот так, когда выходит в Mortal Kombat новый персонаж, то разработчики дают попробовать нового персонажа, а вдруг кому-то понравился, и он захочет его купить. Все. Всем пока.